В четверг, 29 декабря, состоялось последнее заседание регионального правительства в этом году, на котором был утвержден план дорожных работ на ближайшие 5 лет. На эти цели из бюджета выделено 17 миллиардов рублей, что позволит обновить более 600 километров муниципальных дорог региона. Какие дороги планируется отремонтировать — в следующем сюжете. Начиная с заседания, губернатор подвел итоги уходящего года. Игорь Рудыня сказал, что региональным властям удалось выполнить непростую задачу по здравоохранению. В частности, в Тверской области было установлено 22 ФАПа и порядка 6 амбулаторий. Кроме того, глава региона отметил, что в Тверской области последовательно решают все поставленные задачи. Также хотел бы отметить уже новый уровень работы по нашей молодежи. Это во всех спектрах. Это не только воспитание, образование. Это еще возможность получения первой специальности. Мы сегодня говорили об итогах нашей молодежной политики компании по трудоустройству. Видим интерес Российской Федерации к этому вопросу. Тоже к масштабной поддержке регионов. Считаем, что мы один из регионов, которые тоже подали пример такому большому процессу. Главной задачей на следующий год губернатор обозначил комплексное развитие региона в соответствии с принятыми планами и программами. Одно из таких направлений – продолжение ремонта дорожной сети Тверской области. Так, основным вопросом в повестке дня стал проект программы дорожных работ в муниципальных образованиях области на предстоящие 5 лет с 2023 года по 2027. Главная задача – это выполнение всех намеченных планов в установленные сроки. Дороги, которые вошли у нас, и объекты, которые вошли в программу ремонта, прежде всего, это там, где ходят школьные автобусы, скорая помощь, медицинские учреждения, социальные учреждения. Это дороги, которые у нас пользуются повышенной нагрузкой. Дороги, которые идут к транспортным хабам. Это железнодорожные станции, автобусные остановки. Впервые в дорожную программу включены как отдельные направления ремонт дорожной сети и дворовых территорий в городах Воинской доблести, Белом и Зубцове. Всего это около 17 километров, а также в городе Трудовой доблести Балагой более 14 километров. Кроме того, планируется ремонт дорог в Торопце в связи с предстоящим 950-летием его первого летописного упоминания. Помимо дорог и улиц, в 5-летнюю программу включены работы на дворовых территориях многоквартирных домов. Всего это свыше 200 дворов.